Совсем недавно футболисты нашего города оттачивали мастерство на песчаных полях. Теперь игры стали намного приятнее. Бутсы не покрываются слоем пыли, а в перерывах можно полежать на газоне. Но искусственная трава, как и настоящая, требует надлежащего ухода. Поля-то мы сделали, детишки начали хорошо их использовать и начали вытаптывать, выбивать ворс. Если бы мы оставили вот в таком состоянии, то 1,5-2 года, и у нас от полей бы ничего не осталось. Почему только сейчас задумались об уходе за ними? Потому что я раньше этим не занимался. А вот когда я пришел и начал этим заниматься, я понял, что нам надо это сохранять. Для этого закупили 3 мини-трактора и специальное навесное оборудование. Обошлось это в 7 миллионов рублей. Новой техникой заведует комбинат по благоустройству. Специалисты ежедневно выезжают на объекты и расчесывают поля с помощью специальной щеточки. При необходимости добавляют засыпной материал, уделяя особое внимание зонам пенальти, подачи угловых и футбольных ворот. В целом по технологии работ мы освоили, посмотрели требования Федерального союза по футбольным полям, которые у нас требуют, каким образом должно обслуживаться футбольное поле, кратность, чесание, подсыпки. Мы эту работу все будем сейчас производить полным ходом. Работа для тракторов найдется и зимой. С наступлением холодов спецтехнику будут использовать для очистки тротуаров от снега. Дэн Самаюшеева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.